Я пытался понять смысл всего того, что происходило, потому что сначала физически уничтожить, потому что мне до сих пор плохо, несмотря на то, что больше месяца мои друзья растирали меня практически. Я не мог ни минуты спать, потому что практически мое тело умирало. Потом, наконец-то, меня положили в клинику, и вот я в пятницу выписался. И там после этого всего, то есть я как-то вот уже могу двигаться. В данном случае мельница моды, она мне совершенно не абсолютно не интересна, и она не имеет смысла, потому что она не имеет продолжения, она не имеет естественного продолжения, естественной реализации себя в производстве и в процессе, в цепочке между создателем и покупателем. Все, она оторвана. Я готов виртуально, по электронной почте, через Skype, работать с дизайнерами, с молодыми дизайнерами, общаться с ними на уровне эскизов, на уровне коллекций. Мне интересно. Мне интересно этим заниматься. Я понимаю, что они бедные, что они не могут мне ничего дать, в смысле денег. Но у меня пенсия. Вот сейчас у меня пенсия 1 400 000.